Добрый день, вернее добрый вечер, уважаемые дамы и господа. С вами Константин Белый. Я к вам обращаюсь в это вот такое неспокойное, тревожное время. На нас выпало огромное испытание. Испытание новым каким-то заболеванием, которого мы еще не знаем, к которому мы не готовы. Мы пробуем все свои домашние средства. Государство нас призывает быть внимательными, спокойными. Санитарные врачи обращают внимание на том, что у нас все идет от того, чтобы люди сами смогли себя защитить. Поскольку на сегодняшний день защита от государства не совсем обеспечивает нас полной вот этой безопасностью. Не хватает сейчас у врачей самого простого, это нет лекарства от нового заболевания. Значит, от нашего самообладания, от нашего вот порядка, дисциплины зависит то, как мы вот этот период переживем. И поэтому я вам просто вот от себя говорю, давайте займемся своим здоровьем, раз у нас выпала такая пауза. Сама судьба требует того, чтобы мы, кажется, прекратили делать глупости, как некоторые вот на сегодняшний день не соблюдают режимы самоизоляции, идут в парки, идут на берег моря, берут с собой выпивку и считают, что этим самым они убегают от такого злого духа, этого коронавируса. Так вот, не надо никуда ничего убегать. Наоборот, идите в баню. Вот я сейчас, баня у меня уже почти готова. Осталось только, как говорится, венички запарены. И сейчас я после этого кадра, после этой съемки, начну париться. В бане все уже к этому располагает. Поэтому, уважаемые товарищи, будьте здоровы, будьте счастливы, берегите себя. Пока все, до свидания.